Друзья, всем привет! Сегодня охота по перепелу. Ну, все те же места. Пока ничего не меняется. Ну, я имею в виду существенно. Изменений нету. Подсолнух так и остается еще пока на поле. Ночью был большой дождь. Вот. Но к утру протряхло немного, ну заехал, конечно, да, видно, вот грязи на колесах, смотрите сколько, но заехал, вот, грязь есть, роса есть, мокро, норка рвется в бой, так, ну, конечно, форма одежды, сапоги. Ну и уже куртку одел, потому что ну прохладно. Вот. Охотиться буду с ружьем Атанео. Дульное сужение вкрутил 0,5, и это уже вторую охоту. Потому как поднимается перепелочка далеко, ну и как бы лучше получается 0,5 сужением. 0,25 цилиндр работает плохо, потому как на расстоянии стреляешь даже до 40 метров. Бывает и такое. Но ничего, ребят. В принципе, не суть важно. Важно, чтобы она была сейчас, потому что ночью был ливень, ужасный ливень. Вот. Как она, не знаю. Не знаю, как она вышла там, где стырня. Либо же так и сидит она в этом самом кукурузе до подсолнухи. Ну, сейчас узнаем. Так что время 6:30. Начинаем охоту. Поехали. Вот она стоит. Стала собака, но стоит неуверенно. Ну, подавай. Где-то далеко, запах далекий. Есть. Есть одна. Плохо поднимается сильно. Давай, ай, умничка. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Не ходи. Пока стреляли, еще одну подняли, но она перелетела. Нельзя. Сюда. Искать сюда. Ну, умница, умница, умница. Ты думаешь, еще может быть, да? Ну, может и быть, а может и не быть. Нора! Так, сюда поищи. Умничка, умничка. Девочка. Плохо поднимается перепел. Собака уже придавила конкретно, тогда только поднялась. Ну, хоть слышит хорошо, це дуже гарно. Поищи, моя хорошая. Давай, 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 давай. Ай, умница, ай, молодец, молодец. Собака молодец. Вот она. Ой-ой-ой-ой. Жизнь разбил перепелку и здорово разбил. Далеко! Тут, Нора. Тут. Маруся, сюда, ко мне. Да. Не, хорошо, я думал. Подразбил, не. Ничего, а ну сюда пройди, Нор, вот тут поищи. Молодец, подала. Нашла, чуть-чуть дальше упала. Я думал, ближе. Да-да-да, ну крутанись тут. Стоит собака вот. Не твердо, но стоит. Подавай. Подавай.
не хочет взлетать. Вот так вот сидит плотно. Сюда, сюда. Слышит, слышит собака. Взлетать перепелка не хочет. Вот это да. Ну слышит, слышит. Пищи, 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 пищи. Подавай, подавай, подавай. Пищи, пищи. Пищи тут. Нора, тут, тут, тут ищи. Она тут. Да ты смотри. Так и летит. Сейчас глянем, куда пойдет. Все, нашел. Сюда, сюда, сюда. Поищи тут. Вот она. Нет, промазал. Не спеши. Промазал. Бывает. Спешка, спешка. Так долго выжидали ее. Сюда. Сюда, сюда, сюда. Ну ничего. Подай, 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 подай. Подай, подай, подай. Сидеть. Сидеть. Ну вот это другое дело. Две перепелочки, одна улетела, одну взяли, да? Умница. По две перепелки уже по двум стрелять не будем. Это неправильно. Сто пудов неправильно. Сюда! Одна пускай улетает, одну уже сосредотачиваемся. Потому что сбивал по две, потом не могу найти. Вторую, да, бывает такое, что и одну из двух еле-еле с трудом нахожу. Потому что теряешься, где первая упала. В общем. Вот она стала. Ну да, вот тут садилась одна. Помню. Вот она, Маруся, стоит. Давай, поднимай. Ну, неуверенная стойка все равно. Подымай. Подымай. Вот. Оп. Нет, не попал. Полет такой со старта. Что мне не нравится, блин, с под ног. Ну. Сюда. Вот это их обои сидело тут. Обеих и поднял. Ну, бывает. Да не бывает, а часто такое что-то у меня с под ног. Хуже нет поднимать, когда вот она с под ног. Тут, конечно, да, вот сейчас бы не поймешь. Что надо цилиндр, то надо получок. 0,25 надо вкручивать и голову не морочить на перепелку. Это самое лучшее сужение. Две штучки сидела. Далеко? Далеко! Сюда! Мало, очень мало. Перепела просто мало. Я вообще уже не знаю. С такими количествами охота становится неинтересна уже. Ну как бы и не постреляешь вдоволь. Ну мало его. Десяток перепелов. И берешь ты из них 3-4 штучки, не больше. Не знаю, как даже поступить. Подождать, не ходить сюда, на это поле. Подождать, пока скосят все. Не знаю. Ну, потому что это такое время. Прохождение поля занимает не больше часа. Далеко! Приятная прогулка, спора нет. Но результата нет на поле. Его тут просто мало. А искать больше негде, других мест нету.
все перепахано, все засеяно кукуруза, подсолнух только начали косить, и дождь. Ну, я думаю, это затянется. Наброды есть. А где ж перепелка? Поищи, 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 поищи. Ну, над подсолнухом сбил. Думаю, найдет. Так-то я место на вышку как раз видел. Да, нашла. Давай, ай, умница моя. Давай, давай, ай, молодчина. Все, стой. Стоять. Так, что у нас тут? Ко мне. Не спешить. Дай похвалю, умница. Не спеши. Не спеши. Не спеши. Сюда. Нора. Вот вы видели сами, как собака долго его, блин, пока подымет, пока найдет. Сидит. Он есть, он сидит плотно. Сюда. Дуже притом плотно сидит. Нора, сюда, далеко. Блин, быстро работает. Не успеваю за ней бегать. Вот он. Три патрона, ни одного попадания. Вот так вот. Мелочь одна. Сюда давай, вот там. Вот она. Нехуй расслабляться. Не уложился нормально. Расслабился, блин. Стрелял с-под. Не уложился. Подъем и винты. Винтами начинает уходить и все. А то ее и спасает. И давай буду мыть тебя. Друзья, ну что, закончилась охота сегодняшняя по перепелу. Ну, перепела как было мало, так его мало и есть. То есть он не добавился, я так понимаю. Пока еще нет ни перелета, даже нет никаких предпосылок думать, что он начался. То есть есть еще свой домашний перепел, его очень мало. Потому как, ну, как бы начали косить подсолнух, но еще много подсолнуха и кукуруза стоит. Вот, ну, то есть надо понимать, что он еще весь там. Вокруг один подсолнух. Будем искать другое место, здесь очень мало, здесь очень слабо. Ну, как бы охота очень скоротечная, хотелось бы дольше погулять. Не сколько из-за количества перепела, а вот из-за качества охоты. Ну, охота как бы не совсем приносит то нужное удовольствие, какое хотелось бы получить. Будем искать другие места. Вот, ребят, ну, на сегодня, что на сегодня? На сегодня я показал уже, да? Вот. Моя собака чистенькая, вымыл, да? Вот такой результат, вот такие перепелочки. Есть, нора там немножко маленьких подняла. Вот. Ну, то есть, 4 крупненьких и 2 маленьких. На самом деле, конечно, удовольствие охота доставляет тем, что вот эта утренняя прогулочка, ну, что может заменить, я, конечно, не знаю. Только утренняя пробежка, да? Но с моей комплекцией лучше ходить. Так что, друзья, на сегодня все. Всем удачи, всем пока. Следующая охота в субботу будет по перепелу. И обязательно сниму, покажу, если будут интересные сюжеты. На этом все. Всем пока, всем удачи. До следующих роликов.